Всем привет еще раз, ребят. Этот аккаунт моего подписчика Александра, на котором мы охренительно просто заролили. Посмотрите предыдущий ролик, кто не видел. Просто топчик, донатный аккаунт и твинг был роллинге. Мы достали топовых героев на этом аккаунте. Нам осталось достать всего лишь два героя. Это Фобос и Землеройка. На предыдущем роллинге мы офигенно заролили имбо-героев. Сейчас мы их пооткрываем. И прокачаем талантики. И у нас осталось 30к. Я специально оставил, чтобы попробовать доролить. Посмотреть, что у нас будет. Аккаунт просто топчик уже. 190к у нас было самоцветов. 160 мы с вами заролили. Ледяной феникс, которого он так ждал. Командорка. Офигенно. Просто топчик. Что там у нас еще по героям недостающие? Так, землеройка и Фобос. Все, два героя, ребят. Осталось у нас два героя. Он попросил ему пооткрывать таланты, поставить, потому что у него тут с талантами, конечно, печально. В кое-какой мере. С того, что я видел, сейчас попробуем повыставлять. Так, разбросик. Давайте так, душика ищем. Разброс есть. Держимый тоже есть. На кого, на такого еще можно разброс поставить? На дальний какого-то. На ком будет интересно. Либо к кому-то допу. Так, ожива. Ожива — это хорошо. Одна ожива у нас идет сюда для волн. Так как я сомневаюсь, что у него волны пройдены. Вот, душка восьмая даже вкачана. Так, ярость. Посмотрим. А, здесь у него вообще без талантиков. Почка. Я допом повыставляю сейчас. Так, еще одна. Еще одна идет у нас на ледяху. Вот сюда. Так, с ярость небес. Можно пока сюда. Так, это уже поинтересней. Так, 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 так. Что у него тут в основных героев? Так, тут он ножок вкачал. Тут ИСУ. Он можно было не качать, просто ресурсы потратил. Так, огненка. На ПБшке есть. На Бигфуте, ну, как вариант, пусть будет. Хранитель с восьмеркой. Тут баст у него. Да, аккаунт видно, что молодой, недавно начал играть, потому что очень много героев без скинов. А, такс. Блин, я бы на Фрэнка цепанул. Давайте пока сварину поставим временно. Потом поменяем. Так, Берс. Где там Махатма? Берс, кстати, можно сюда поставить. Только хотел сказать за СО Махатме. Тут у нас падает СО, ребята. Блин, и вот тут я понимаю, что ему это оживо. Я поставлю сюда пока СО. У него есть на складе, он потом поставит. Либо скин вытащить, поставит СО еще. Ремочка, блин. Вот так вот. Просто изи. Поехали. Так, ремка, ремка, ремка. Ищем Атланта. Ракушка здесь нафиг не нужна. Вот теперь у тебя топовый аккаунт. И тут сразу же падает ракушка на замену. Самоуничтожение не то. Стойкость не то. Так, ожива. Ожива, ожива, ожива. Такс. Блин, можно было и туда кинуть. Кинем на Трифида пока. Разбросик.
допов повыставляю. Раскол, отлично, раскол для архидемона. Так, где там наша химка? Вместо ТУшки. Бог войны. Дар жизни. Пока сюда, бастион сразу же сюда однозначно. Так, оживо. Самоуничтожение. Огонь жизни. Интересно, интересно. Тоже интересный талантик. Так, кому его запихнуть? Можно, кстати, вот сюда пока временно поставить. Рогаточка. Огненка. Стойкость. ТУшка на допа. Ой, тут восьмерка уже стоит. Чуть не влепил. Так, еще одна огненка отлично идет сюда. Стойкость. Нафиг не надо, просветик. Так, просветик. Чем мы тут по героям? Второй ставим, пятый. Воодушевление. Ну, довольно-таки неплохой вариант. Правда, 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 правда. Так, тыковка у него там топовая. Как вариант, можно было бы туда водушку поставить, но она там бесполезная будет. Я пока вот это солью. Для фарма будет самое то, плюс ремка. Так, корка. Побежали обратно к топам. Будем от них стартовать. Замедление, разброс. Так, все, тут пошли пятерки. Теперь можно расставлять дальше талантики. Так, не влетели его, суккуб. Я просто так пятерки позакрываю. Так, просветик можно на ниндзика закинуть. Сделает эволюцию, получит плюхи. Так, ожог можно сюда, утекание, череп, либо махатма. Ищем его. С утеканием, разброс, можно драйку вместо бога войны. Так, просвет нафиг. Я надеюсь, у него уже все. А, есть еще. Он потом доменяет их. Я так пока повыставляю. Ради силы. Может, что-то интересное да и упадет у нас. Так, живо.
Это такое, для него живо, это, конечно, ни о чем. Ну, мало ли где-то надо будет. Так, замедление не надо, бог войны. Хуба я, конечно, классно. Ой. Случайно. Ремочка, вот, это то, что нам надо было. А, так, Купидон. Воу-воу-воу-воу-воу. А, понятно, все. Так, на ремку у нас следующие персонажи. Ремочка идет. Вот сюда вместо воодушевления на, по локации. И вообще она сейчас с ремочкой топовая. А, так, бастиончик. Отлично. На баст. А вот фиг его знает, кому этот баст лепить. Здесь можно прилепить. Да, с талантами тут, конечно, у него печаль, беда. Ракушка восьмая. Жалко, конечно, восьмерки сливать. Давайте до 150 коробочек. Так, не, это не то. О, вот это оно, вот это пойдет. И тут у меня сразу, кому ставить? Что делать? Что делать, кому ставить? Вот как думаете? Если гляну, мы плюшки все забрали. Психощит восьмой. Неплохо. Такс. С Ярым и так нам не повезло. Блин, вот я задумался, что же делать. Что делать с вальсом? Фрея живо. Огник. Выживание. Эмблемы смотрим. Что у него есть по эмблемам выживания? У него по эмблемам... Нет, значит, огнику бессмысленно просто сливать. Да, с выживанием у него беда. Делать фрейку. Ему надо качать созвездие. В общем, я не знаю. Я пока оставлю так, я не хочу. Можно, конечно, поставить, но я не знаю, кого он будет качать. То есть вариантов хватает. Тут вопрос в том, кого как он дальше будет качать. Я бы, наверное, поставил либо Фрей, либо Огнику. А мы поехали, ребятушки, дороливать двух недостающих героев. Нам нужна землеройка. Оккультист еще один. Нифига себе. Атлант. Капитан Дрейк. Землеройка, блин, и Фоба. Ну, я думаю, тут мой без фобы, зато паладина выбили. Трифит. У меня есть тыква. Атлант паладин, ну это понятно, что стоит ожидать имбу. Ну, я считаю, мы более чем удачно справились с заданием на этом аккаунте. В общем, пишите комменты, ставьте, как обычно, лайки, ждите новых видосиков. И подписывайтесь на канал, потому что смотрит без подписки очень много людей. Практически больше, чем с подпиской. Поэтому подписался, поучаствовал в конкурсе, выиграл какой-то хороший приз. И все гуд, включил админ панельку.
и все заработало. В общем, вот так вот, ребят. Я считаю, что мы со своим заданием справились. Владелец аккаунта будет счастливым. Все, всем удачи, всем пока.